Юрий Шевчук произнес сакраментальную фразу, что Родина – это не жопа президента, и нечего, значит, на нее молиться. Какова будет судьба таких людей, рок-звезд, за которыми есть фаны, популярность? Что с ними будет делать власть? Сажать Шевчука не будут, но его будут душить, ему будут отменять концерты, его будут дискредитировать в глазах слушателей, убивать. Таким образом убивается культура, таким образом убивается политика, таким образом убивается страна. Но их-то это особенно не волнует. Их волнует проблема удержания власти. И для того, чтобы удержать эту власть, они спокойно идут по пути деградации. Ну да, превращая Россию в разновидность Узбекистана или Туркменистана, или, как это называется у них, евразийского султаната. Жить можно, а развиваться нет.